просто невыносимо. Те, кто затеял эту войну, это нелюди. Я думаю, когда он напьется человеческой крови, этот Порошенко. Все нормальные люди поехали на чемпионат мира по футболу. А этот что? У него ситуация в стране. Он думает, как еще нас убить. Давить гниду. Я не знаю, какая мать его породила на свет это чудовище, кровожадное. За что он убил горняков шахты Трудовская в Петровском районе? Они ставили такие мировые рекорды по добыче угля, которые никто больше не смог поставить. За что убивали Хлеборобов Марьинки? Они пекли такой хлеб, за которым приезжали со всех сторон. Там были сказочные сады. Я таких больше никогда не видела. Они приносили славу Донбассу, славу Украине. Будь проклята война! И проклято киевское правительство! Будь проклят город Киев! Он давно не мать городам русским! Он все предал, он все продал. И он дождется того горя, которое пришло к нам. Зло — это бумеранг, и оно вернется тем, кто его послал. Я прошу вас всех, я прошу каждого, кто меня слышит, остановите войну! Остановите кровопролитие! Совершается преступление на глазах у мирового сообщества, которое молчит! Завтра будет заседание ООН. И завтра будут в очередной раз рассматривать вопрос по Украине. Я не знаю, что они решат. Но соглашения 21 февраля не выполняются. Соглашения от 17 апреля в Женеве не выполняются. Соглашения в Берлине от 2 июля не выполняются. Я хочу попросить мировое сообщество принудить правительство Украины к миру, перестать финансировать эту войну, не давать кредитов, принять международные санкции против должностных лиц Украины и против государства Украина. Я хочу, чтобы обратили внимание на тот факт, что за время войны 5 генералов стали долларовыми миллионерами. Я хочу обратить внимание на тот факт, что бои на нашей территории являются просто-напросто утилизацией Майдана. Хочу обратить внимание на тот факт, что этой войной они отвлекают внимание от страшных экономических проблем Украины. Украина катится к краху. Но крах Украины не стоит ни одной человеческой жизни, тем более жизни ребенка. Мы на своей земле, мы никому с оружием в руках не приходили. Наша война справедливая. Мы выстоим, и победа будет за нами. Спасибо всем. На сцену приглашается один из людей, который...